Я все вижу по глазам, что ты хочешь мне сказать. Буду тебя знать, а ты меня, и мы друг друга. Под ногами лёд, и сердце лёд, стакане лёд, я не помню кто я. Душит мороз, я такой холод, я такой холод. Я читаю по губам, мне нечего сказать. Я не вижу смысла врать. Не хватит слов, что я сказал. 7:30 утра, автобус врезался в автомобиль Марки Сузуки и какое-то время буквально тащил его по ходу движения. Как подтверждение кинематографа, 11-летняя девочка пассажирка Сузуки погибла в огне, где уже находилась ее мама, которая пыталась спасти ребенка. Что же случилось, еще предстоит выяснить. Следователь сейчас проводит проверку. Под ногами лёд!